первую неделю марта на территории Иркутской области проходят Дни бурятского кино. Для жителей нашего округа просмотры организовали на базе ресурсного центра общественных объединений. Ангарчане смогли увидеть более 20 фильмов, повествующих о культуре бурятского народа, его языке и древних традициях. Поднимают в основном проблемы такие, что, например, 800 слов, которые говорит о том, что в 2050 году бурятский язык может полностью исчезнуть. То есть и люди смотрели с наслаждением, смотрели, и до сих пор я понимаю, когда люди слышат бурятскую речь, им это нравится. Вслед за Ангарском фильмы бурятских режиссеров смогут посмотреть и жители Одинска. А в нашем городе такие просмотры станут регулярными и будут проходить на базе Национального культурного центра «Туя».